канал, друзья. Всем привет! Сегодня у нас обзор на автомобиль. Такой внедорожник. Мы не берем, что такое внедорожник. Тип внедорожник. Крутой. И да, друзья. Это BMW X5. E53 вроде. И вроде 53 кузов, но я точно не знаю, друзья. Вот это сделано вообще круто. Вот, смотрите, какие у него катки, катули прям. Катки прям сделаны идеально. Двигатель 4.8. Прям X5 бэха такая, прям бандитская. Из второго бумера, если кто не знает. Из второго бумера все знают, что она из второго бумера. Так, оп. Прям бандитская тачка такая, прям наваливать по ней. О, нифига. О, блин. Я, кажется, раздробил бэху. Ребят, я не знаю, что с моим модом по разбиваемости тачек. Какая-то хрень с ним происходит. Так, ну, вот прям тачка мне очень нравится. Разбивается хорошо. Прям автомобиль прям... В таком цвете мне очень нравится этот автомобиль. Такой самые мои нравившиеся автомобили. Это получается 700 какая-то, ну, короче, семерка. Предпоследняя семерка мне нравится. И еще мне нравится и X5 вот этот вот. Мне нравится только старый бэч. А новый мне не нравится. Вот из новых мне нравится только вот это. Шестерка Гранд Купе. М6 Гранд Купе. Вот только она мне нравится. Скоро на нее будет обзор, конечно. Дрифт. Вау, идеально, идеально. Почти идеально. А мы уже приехали в Лос-Анджелес Customs. Auto Repairs. И протараним другую бэху. Ох, нифига, мы раздолбали. Простите, друзья, за такие кадры. Так, заезжаем. Автомобиль заменяет Brave Grizzly, внедорожник. Так, ремонтируем. Броньку ставим, без этого как тормозюльки. Вот сейчас момент такой. Есть бампера? Да, бампера есть. Нет, ребят, давайте-ка хузить не будем. У нас же бандитская тачка как бы. Не, холхозить не будем, у нас бандитская тачка. Так, двигатель и глушитель. Глушитель сдвоенный поставим. Капот. Капот с забралом. Не, лучше такое ставим. Клаксон без разницы. Фары. Ксенончик, конечно же. Мерки черные, краска, смотрите. Вот, ребят, какой цвет еще подойдет бы этой BMW? Конечно же, черный или вот такой, да? Сейчас я еще один цвет подхожу, который подходит. Нет, не этот. Сейчас. Нет, что-то его. Ну, типа этого, вы знаете, такой цветок. Цвет. Сейчас я вам даже здесь покажу его где-то. Вот. Этот подходит кремовый и черный матовый. Давайте черный. Вот этот чисто черный оставим. Такой. Бамперы. Заказные породы. Холхозить не будем нафиг. Нанизим. Все сделаем, чтобы она валила. Колеса. Нет, колеса тут вообще не надо ставить, мне кажется, вообще не надо. Вообще не надо. Ну что? Блин, мы уже забыли затренировать, чтобы у нас было круто прям бандитская тачка. Сейчас затренируем еще. Самое главное для бандитской тачки мы не сделали. Мы ее не затренировали. Быстрее заезжай. Оп. Так. И стекла, и лимузин. Автомобиль мне очень нравится, друзья.
вот прям вау, бомба. Вот смотрите, из салона. Она вообще из салона прям все классно. Вот сзади тоже все круто. Сзади все прорисовано. Вот какая красавка тачка. Вот смотрите, вот сейчас я вам показываю вот такие кадры, где вы не увидите нигде и никогда. Посмотрите, вот прям бомба. Сейчас еще ночь поставлю, чтобы была бомба прям вообще. Сейчас утро надо поставить. Так, оставим. Сейчас скрин нормальный сделаем. Нормальный скрин сделать и пора валить. Вот прям вот так она валит, вот так вот вах, вах, вах. Прям вот прям тачка вот от души. Вот разработчику вот респект. Чувак делал эту тачку от души, душевно в душу. Прям вот самая лучшая тачка. Ох, нихера. А вот давайте не сравнить бы мне 2x5. Старый и новый. Конечно же, старый говно. А у них катки одинаковые. Вот запоминайте эти катки. И вот эти. У них реально одинаковые катки, друзья. Нифига. У них одинаковые катки. Ну вот у Е60, у Е53 или у Е4, 54, наверное. Или 53. Вот, короче, у них одинаковые катки. Вот прям, вот смотрите, прям красавки. Вот смотрите, вот два прям идеальных автомобиля. Ну, больше мне нравится, конечно же, которая сейчас тронется с места. Да, тронулась с места вот эта бандитская тачка, которая сейчас взрывает. Опля, опля. Минусов у этой тачки нету. Ни одного минусика. Ни одного, даже ни маленького, ни большого, ни такого, ни сякого. Ну, сейчас наваливаем по городу на X5. Оп, проходим. О, бля, вот, о, видели, как мы чуть не врезались в этот рейндж. Оп, дзин стоит. Ты чё, собак? О, смотрите, видите, что сзади написано у рейнджа. Run the autofy. Сзади у рейнджа что написано, да? Видели? Рейндж вообще крутой, да? Оказывается. Оп, оп, дрифт. Вау, да, прям. Муа. Муа. О, блин. Куда я залетел нафиг? Куда я залетел нафиг? А! Надо... Так, ну что, валим по городу. Сейчас надо выехать на шоссе. Так. Сейчас притараним эту Ауди. Притараним Ауди. Блин. На, сори, море. Чувак. Ладно, друзья, ну что, поехали на шоссе, я покажу, как вам, как она валит. Так, друзья, вот я уже у шоссе, и я валю на этом бумере. На четком бумере. Бумер, четкий бумер. Так. Сейчас обходим эту Ауди. Оп. Блин, меня занесло. Нормально. Оп. Полетели. Я еще птицу убил. А, крольчатина. Где крольчатина? Крольчатину заказывали? Да нет, мы не заказывали крольчатину.
Блин, хотел же на шоссе. Ладно, давайте обратно на шоссе. Прям вот такая злостная тачка, не, блин. Вообще даже слов нет. Опчик, опчик, опчик. Ты чё, мотоциклист? Смотрим, сколько она от нуля до сотки. Давай. Пять. 5:34. Ну, это нормально для игры. В жизни она, конечно, так не набирает. Поверьте, может и набирает. О, чувак! Давай, давай, давайте затком. И затком. Встал еще тут какой-то китаец. Кинзанзо. А, лошара. Так. Сейчас посмотрим мою максималочку, как она вальт. Так, уже 120, 130. Повороты долбанные. 140. Блин. 150, давай 160. 160 есть. Давай уже, блин. Нам нужна нормальная скорость, бэха. 160, давай. 160 есть, 162, 163, 160. 170 будет, блин, мы уже в городе, в хоум-серии. Давай. Прямая, никого нет. Давай, бэх. 170, давай. 170. Блин. Максималка 166, как я видел там максималка. И сейчас будет дрифт. Нет, я не врежусь никуда не врежусь. Да, я никуда не врезалась, как и говорил. Оп. Сломал что-то. Чувак. Короче, они тут наркоту сажают. Он сразу... Ты что, офигел, что ли, дебил? Ля-ля. Они тут наркоту сажают. Офигели. Нифига вы, дебилы. Блин, давай. Бэх. Недорожник везде потянет. О, блин, там что за чуваки, офигели что ли там? Что-то на меня нагоняют. Знаете, что вами сделать? Еще офигели что ли? Чуваки, вы что там делаете? Ты что, офигел что ли? Ты че? Полегче. Ты че, мразь? Ты чё? Ты чё, нати. Ты второй. На. Чё? Чё там? Тёлку раздавал. Да, нормально. Угу. Я даже не знаю, что это за глухомань. Подвезёшь меня? На. Не бросай же тебя здесь. Да не в форт садись, блин, в бэх у нас. Телочку везем на нашем бэхе, на нашей бэшечке. Блин, 9 км, нифига. Блин. Сейчас посмотрим на карте, где. Блин. Вообще в город надо на Вайнвуд. Друзья, когда я доеду, я включусь, окей? Друзья, ну вот я уже подъезжаю. Блин. Вот чуть-чуть осталось, 500 метров почти, вот 500 метров. Так. Подъезжаем, так, сюда. Дрифт. Оп. Четко, прям четко, шито, крыто. Корыто, шито, крыто. Блин, офигели что ли? О, тут что? А тут что? Угу. И ты куда пойдешь? Ты сядешь в эту тачку и поедешь дальше? Давайте преследовать их. Езжай, давай.
Выезжай. Давай, давай, чувак. Чувак, езжай, езжай, езжай. Слышь? Ладно, пока-пока. Друзья, ну что, переходим к этому. Краш-тесту. А то мы уже тут много катаемся. И поехали. Так, ребят, я уже здесь. Так, и нам нужно сделать... Опа. Оп-оп. Давай, на крышу, на крышу. Нифига, ну... Нормально, мы тут... О, кто мне звонит? Как здесь трюк? Так, друзья, продолжаем. Вот так вот мы размяли бэху, она взорвалась. Сейчас еще раз покраш-тестим. Так, друзья, продолжаем на нашей бэхе. Бумер, давай передний привод. Давай, 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 давай. Или полный, вроде полный. И бэх, тарбэх, бабах. И ба, 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 тарбах, 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 барбах, барбах, тарбах, тарбах, барбах. Нет, ну вы поняли, что я делаю сейчас. Это просто. Сказать, друзья, все нормально. Да, все в норме. Так, друзья, поехали на белой бэхе. Белый цвет, ей, мне кажется, тоже подходит так-то. Бах-бах. Бах. Тралалах. Так-так, так-так. Вообще, два бамбера сразу слетели. А двери нет. Ни одной двери не слетело. Вот. Зад у нее жестко мнется. На. И. Пах. Пабах. Пабарба. Нормально, видишь. Нормально, да, друзья, нормально. Ну что, друзья? Пора закончить серию, ну такая крутая бэшки, прям вот так круто, прям вот круто, я не знаю даже, что сказать. Так, ну что, поехали, друзья. Охерел, что ли, ну что, ублюдок мелкий, ублюдок, иди сюда, ублюдина. Ублюдок, блядь, я тебе сейчас дам вонючку. Бонечка, давай, бэшечка, вали, давай. Нам нужно валить за этим ублюдком. Быстрее. Он туда свернул, он захотел уйти, блин. Он захотел уйти, он поехал во внедорожье, он там где-то застрянет. Я вам говорю, он там где-то застрянет. А, вон же этот ублюдок. Давай за ним нафиг. Давай, преследуй его, преследуй, давай. Давай, пали, давай в него. Давай, быстрее, за ним. Ну, блин, что-то бэха не валит, мне кажется. Или бэха не валит. О, почти догнали. Давай в него, колесо прокололи. Давай, еще колеса пробиваем, давай. Развернулся, значит, ну да. Вернулся, тебе это не поможет, чувак. Давай, бей. Давай, еще одно колесо, блин. О, блин, нифига себе, я охренел просто. Так, ну что, пора заканчивать серию, друзья. Вышла вот такая вот хорошенькая серия по обзору этой крутой бэхи. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, друзья.